Так, попался мне вопрос, как найти теги к Ютубу, если видео чужое. Значит, сейчас коротко текстово скажу, потом видео, дальше сниму последовательность действий. Вы копируете адрес видео, если вы приложение смотрите, и открываете его в браузере. В браузере в адресной строке перед адресом видео вставляете view-source, двоеточие, и Enter нажимаете. Переходите на код страницы, и там ищите просто слово keywords. Ctrl-F нажмите, если вы не на смартфоне, а за стационарным компьютером. Или на смартфоне найти на странице. Вам попадется первые теговые слова, это самого YouTube. И вторая строчка будет уже ключевые слова самого автора видео, если он их, конечно, размещал. Сейчас это разберем последовательность действий. Так, вот у нас, допустим, мы в приложении смотрим поделиться, копируем ссылку, открываем ее в браузере. И теперь здесь в адресной строке редактируем, без пробелов пишем на английском. View и двоеточие. Все без пробелов, нажимаем Enter. Вот мы перешли на код страницы. Я в смартфоне, я нажимаю здесь найти на странице. Он у меня keywords уже есть, я уже искал их. Видите, вверху влево, да? Верхнем углу. У нас, если на компьютере, Ctrl-F нажмите, да и забейте это слово. Нажимаем поиск. Вот у нас первое, оранжевым выделено, это то, что YouTube сам свои слова поставил, ну, для своего имя. А вот это нам вторая строчка. Дата публикации видео. Перестала отображаться от этого публикации. Ну вот, значит, такие у меня ключевые слова в этом видео моем. Дата публикации видео. Понятно? Так, ну, в общем, это все. То же самое можно сделать с этими, как его, Shorts, допустим. Все будет то же самое. То есть, где у меня Харьков, первая столица. Харьковская вата, наверное. Так. Набираем, редактируем. В самое начало. View. Тут важно не ошибиться ни в одном знаке, иначе оно, конечно, адрес вам выдаст не то. Найти на странице, где оно? Вот, найти на странице. Keywords. Давай, keywords. Ну, сразу смотрим вторую, да? Уже знаем, что... Keywords. Расстрелянное ведро, Джиня. Да, это я целенаправленно такое. Я копипастом вставлял, видите, даже сохранилось. То есть это мое видео, сохранились даже ударения после копипаста. Что? Вот давайте чужое посмотрим видео, дабы объективный уже ответ дать. Раз спрашивали про чужое. Если у них, конечно, есть там ключевые слова. Перейти. Найти на странице keywords. Вот опять же, те же пироги. Keywords. Милов, ну это Владимир Милов, это автор видео по экономике. Милов об экономике, госкомпания, ключевая ставка. Все совпадает. Вот вам, пожалуйста, теги. Ответ на ваш вопрос, как в чужом видео на YouTube найти теги.